В день российского парламентаризма депутат Госдумы Леонид Черкесов встретился в Чебоксарах с представителями молодежного парламента при Госсовете Чувашии. Это один из новых праздников страны. Он напоминает о начале работы Государственной Думы в 1906 году, первого в отечественной истории Института парламентаризма. Леонид Черкесов рассказал молодым коллегам о работе весенней сессии Госдумы и о законопроектах, рассмотренных в последние месяцы. А представителей молодежного парламента интересовало многое, вплоть до распорядка дня Леонида Черкесова. Депутат довольно часто встречается с избирателями, и общение с подрастающим поколением для него имеет особое значение. У них очень много идей, они всегда активные, живые, много вопросов у них возникает. И я думаю, что это общение в первую очередь важно для меня, услышать, какие же проблемы волнуют нашу молодежь, какие же проблемы молодежной организации, и попытаемся их совместно, эти проблемы, решить, понять эти проблемы. Если есть какие-то законодательные инициативы, то это на уровне Государственной Думы будем поднимать эти вопросы. Представителей молодежного парламента интересовало, как выполняются федеральные программы по возрождению деревенских клубов и кинотеатров, благоустройству городских и сельских дворов. В свою очередь, Леонид Черкесов пожелал молодым завоевывать более весомые позиции в политической жизни республики.